кто-то сейчас, допустим, отдыхает у нас на байк-посту, готовится к вечеру, к плотному, к дискотеке. А мы с Иваном Селичем, как самые стойкие организаторы здесь, на хозяйстве, сидели, говорю, давай, говорю, вот пожарим мойву панировки, да, Иван Васильевич, говорит, давай кукурузной еще, да? Кукурузной муки. А, кукурузной муки. Оно там есть уже немножко? Нет. Пачечки. А, еще взял, да. Иван Васильевич сидел, думал, я говорю, или хочешь, я сейчас что-нибудь приготовлю, вкусняшку. Иван Васильевич отказался, говорит, не хочу яичницу, но вот мойву в масле, говорю, вот сейчас я подготовил казанчик наш, вот такой казан у нас, дровишек я подзакинул полный, сейчас доставочка нам принесет мойву, маслица, и мы с Иваном Васильевичем приготовим вкусняшку. Ну как раз, кто-то из гостей подъедет, кто-то из ребят подойдет, пошли ребята купаться на речку, да, Клязьму, да, купаться, а мы пока здесь, сейчас ждем, затопим, включим клипы какие-нибудь веселые и будем отдыхать.